Молодая пара забрала из приюта золотистого ретривера по кличке Джек. Все было хорошо днем, но по ночам собака повторяла странный ритуал. Он стоял на задних лапах, опирался на низкую ширму, отделяющую гостиную и спальню, и смотрел на своих хозяев, пока они не засыпали. На видеозаписи было видно, что собака не может заснуть, даже когда устает. Семья обратилась к ветеринару, но собака была здорова после того, как парень отправился в приют, чтобы узнать о прошлом своего питомца, стало ясно, что Джек жил в другой семье, которая отдала его в приют, когда узнала, что у них будет ребенок. Они дали ему снотворное, чтобы перевести в приют. Этот опыт сильно испугал Джека, и он стал бояться ложиться спать, опасаясь нового предательства. В новом доме он продолжал чувствовать себя неуверенно, и это было причиной его странного поведения. Когда семья узнала о прошлом Джека, они перенесли его лежанку ближе к своей кровати, чтобы он мог спать рядом с ними. За защитники сказали, что с течением времени Джек, возможно, начнет доверять людям снова и сможет засыпать по ночам. Семья надеется, что он будет чувствовать себя более уверенно в новом доме и научится доверять им. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания!